Дружище, поставь лайк с 3 секунды, если тебе нравятся угарные битвы маленьких человечков. А как ты подлетел? Куда ты улетел? Слышишь, что это было? Что? Ты у меня улетел куда-то и на месте. Чего? Опять как щиты? Ты... Как ты меня убил? Ребята, всем привет, мы продолжаем играть в Stick Fight The Game вместе с Серегой. Йо, ребята, всем здорово. Так, о-о-о. Иди сюда, братан. Ай, как так? Офигеть. Я улетел куда-то, просто жесть. Красиво, красиво было. Очень красиво, да. Так, моя игрушка. А хотя не, ладно, твоя будет. Моя игрушка, моя игрушка. Дай пофиг, эти змеи мне ничего не сделают. Ой-ой-ой, вот это. Ой-ой-ой, я падаю. Е-е-е. Офигеть, ты выиграл. Угу. Я даже не понял, как. О, бонусный уровень. Так, а тут что надо? Кто будет боссом? Да подожди, не дерись, не дерись, не дерись. Это бонусный уровень. Кто будет боссом? Давай я. А что ты? Да, в принципе, без разницы. Ну и ты. Ну все, минус, ребят, Серега, смотрите. Просто чекайте. А ты что, офигел, что ли? Сколько у тебя там хп, блин, а? Ну, очень много, 1000. Офигеть. О, сейчас ультра начинается. Надо, не надо, не надо, не надо, друг. Ну, пожалуйста. Ну, пожалей меня, ну, пожалей меня. На, прям в тебя. Ну, пожалей меня, дайте убью. Я хочу босса убить. Что это такое? Это взрыв. Еее. А, все что ли? А кто им бомба очень? Это что такое? Тихо. Подожди, а как мне здесь перепрыгнуть? Че, уровень баганул как-то странно? Уровень не баганул. Тихо, 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 тихо. Это походу такой, ребят, уровень. Крутится, вертится. Типа я отыгрался, чтобы тебя убили змеи. В смысле? Нет, тебя съели. Да нафига ты этими змеями начал стрелять? Я не знаю, а как мне там вылезти надо было? Ну ладно. Я не знаю. Так, блин. Ай-яй-яй-яй. Стреляет во мне. О, ой! Вот. Давай. Нет! Ееее! Меня же таки придавило. Я видел, ты прям так улетел вместе с ним. Что это? Ой. Ого. Ой-ой. А как ты к нему попал? О, ты видел, как красиво? Да. Ой-ой-ой, что делать-то? Надо уклоняться. О, все. Ее! Красиво. Ребят, вы это видели? Офигенно было. Так, давайте. Продолжаем. Зимняя карта. Я люблю зимние здесь карты. О, молодец, прощай. Куда я улетел? Стойте. Змеи. Ай-яй. О, пистолет бога. Где он? У меня? Да, наверное. Да ну в зал. Да и меня. Ай-яй, змеи. Меня льдины за это за блин, собой забрали. Я тоже с тобой упал, но все-таки я выиграл. Стой здесь, стой, зайди сюда, стой, не дерись. А теперь можно драться. Стой обратно. А ладно. О, все, молодец. Блин, в смысле? Вытолкнул все-таки тебя. Не успел я залезть. Так, моя оружка. Не моя уже. О, да, красиво. Тебе, офигеть, это было реально красиво. В упор ты как отлетел. А как ты ее взял? Нет, иди-ка ты нафиг. Что ты такой кривой, попасть по мне не можешь? Да я не умею тут стрелять. Да просто наводишь мышкой и стреляешь на меня. Вроде я взял оружие, но что-то не пошло. А ты, откуда ты меня убил? Я залез в подбочку. А-а-а. Так можно было? Ну да. Почти залез. А, ну ладно. Как ты упал? Блин. А я путаюсь, короче, что я синий, я всегда думаю, что... Да это легко, вот когда четверо бывает, я тоже путаюсь, но когда двое, ну это несложно. Так. Ну, сейчас будет оружие, вот. Эй, как это? Тихо. Ты посмотри, у меня балансировка тут. Как? Я выиграл. Я тебе эти штуки подбивал, я думал, эта платформа упадет. Но она не упала почему-то. Ай, залазь, да что ты меня этими змеями загнобил? Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, где я? Блин, а где ты? В лаву упал? Я в лаву упал, да я же должен был тебя убить.
Не-не-не-не, отстань. А-а-а! Я думал, я долечу. И захвачу. О, бонусный уровень. Давай ты теперь будешь боссом. Давай я тебе буду боссом. Мне нравится быть боссом, наверное. Не, ребят, ну боссом быть прикольно. Прикольно, но я тебя могу сейчас убить. Не, тут вдвоем уже можно реально убить, а в одиночку очень сложно. Не нафиг. Нифига, я там тебя уничтожаю просто по-жесткому. Вот эти штуки очень опасные. Попасть по тебе сложно, ты летаешь, блин, летающий. Хрен. Ну, да. Ой, что будет жестко? Да это эти штуки не жесткие, вот эти жесткие, да. Полосочки. Твои! У меня что-то защита есть. О, попадаю, попадаю. У тебя хп вот сверху. Я регенюсь обратно. Да? Да вроде нет же. Да. Нет! Если здесь. Капец, он слава держится жестко, а? Да хп чего так много? Иду на отчаянный шаг, поехали. Ее, хорош. Я победил, ребят, жесть. Ты понимаешь, что ты меня боссом не победил? Ну, я просто пошел на отчаянный шаг, чтобы тебя... Не, там реально этим боссом сложно победить, да что ты, зачем тут? Есть. Ненавижу этих змей. Капец, вроде бы играю только второй раз, а уже... А я почему-то упал. Ой, у тебя эта хрень. Ой, это как? Я слишком близко подошел. Да, не надо было... Я хотел автомат тут брать, еще пулемет. Зря. А как ты не помер? Я выиграл. Я все взорвал, но я выиграл. Вот это прикольный уровень. На цепях. А у меня где оружие? А нафиг оно тебе надо? В смысле? Да как так-то? У тебя там было оружие, просто тебе не повезло. Оно падало, Оно только падало, да. А-а-а! Прощай. Зачем ты сам себя подорвал? Я не знал. Надо было повзрывать и убежать. Опять бонусный уровень. Да ё. Вот здесь уже АК. Ладно, обойдемся без бонусного. А ну иди сюда. Ну так нельзя. Можно. О, лава. Ладно, можно. А ты у нас как-то много бонусных уровней слишком. Дайте мне оружие хоть какое-нибудь, только не катану. Ай-я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 й
У меня теперь нет, кстати, оружия. Блин, ребят, это жестко. А у меня оружие появилось! Нет! Лава это поганая внизу. Лава, да, это поганая очень. Да все же у меня получилось, что я сделал. Ух, я выбрался, видели? Красиво. Вау, вот это было реально красиво. Я тебе сначала кинул ножичек, потом да, с пистолет. Меня. Да, все это фигня. Ну, наверное. Ну, да. Блин, победил. Меня размазал об стенку. Тебя выкинуло просто за карту. Так, я туда вниз не хочу идти. Где тогда не будет оружия, алё. Ай, ай, ай. Да, надо больше таки вниз. Да надо оружие брать. О, вот этот уровень прикольный. Ой! Да как ты меня так попадаешь, не могу понять. Я один раз его стрелял, ты сам себя по сути попал. Я понял. Твои же попадания тебе убили. Точнее не попадания, а выстрелы. Ой, ай, 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 ай. Изи. Что? Ну я тебя задамажил копьем на очень много. Ты же прошаренный, Слав. Да в смысле прошаренный? 13 часов всего у меня в этой игре. Да, подумаешь. Ой. Блин. О, новое достижение дали. Ой, это моя... Ой, все, мне минус, я понятно. А хотя, еще погоди. Хотя я же кривой. Нет, блин, что я сделал? Все, я просрал все оружие. Да подожди. С обреза еще хрен попадешь. Ух ты ж, он рикошетный. О, убил. Офигеть. В голову. Доминейтинг мне дали достижение. Красота просто. Слава жесткий очень. Так. Ай-ай-ай-ай-ай. А, это что? О! Ты видел? Я кинул в потолок, оно отрикошетило от пола, тебе в голову. Офигеть. Так, давай вот этот уровень реально пройдем, не убивай меня. Кто будет боссом? Давай ты будешь боссом. Я.
На тебе. Ты куда его? Дай мне его сюда. Мой босс. А ну все, тебя значит можно убивать. Ого, я тебя задамажил моментально. Вот это имбовый пистолет. Так, что здесь, кстати, будет за ультра, мне интересно, я уже не помню просто. Ну попадай же. Ультра начинается. Ну хоть это не танцевальная штука, а не прыгающая. Это ультра моя. До ультры ты не дойдешь. Не дойду, да. Со Славкой до ультры не дойдешь. Давай, 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 резче. Как это ты сделал? Иди ты что, офигел? Ай-яй-яй. Поджарил, Люд. Поджарил. Блин, поджарил меня. Геноцид мне дали достижение. Вот, Серега, тебя загеноцидил. Хорош. Иди сюда. Подожди, то есть это я ни разу еще не проиграл. Где-то 5 или 6 или даже 7 побед я сделал, не проиграл ни разу. Да, ой, лава, лава, тихо. О, вот эта штука хорошая. Нет, а что делать? Да как? Да, изи. Я перепрыгнул нечаянно. Я видел. Ну все, вроде серия побед теперь скинулась. Погони за счастьем. Так, ладно, возьму оружие. Ой, у него какая-то жесткая катана. Это звездный меч. А, звездный меч. И звезда меч и звездных войн. Световой меч. Какой звездный меч? Ой, я победил. Ага. А кто первый упал, ты? Я первый, наверное, упал. Блин, вроде же ты второй падал. Ой, тебе бочка. Офигеть, как красиво. Ай, там шипы я не заметил, блин. Как ты подлетел? Куда ты улетел? Слышишь, что это было? Что? Ты у меня улетел куда-то и на меня... Чего? Опять щиты? Как ты меня убил? Я не знаю. В смысле? Ты мне на месте стоял, меня убил. Че за дичь, ребят? Щиты снова. Ой. Молодец. Ну, я по всей карте просто летаю. Промах, промах. Ай-яй-яй, блин, я сам упал, ну капец. Так ты выжил. Я выжил. Ты выиграл, еще. Ты выиграл. Каким образом интересно мне узнать-то? Ай, ай, ай. Ай-яй-яй. Еще и выкинуло. Да, еще и выкинуло. Ну давай последние где-то 5 уровней давай сыграем. Давай последние 5 уровней. Так, за дробовичком надо идти. Не там найдешь, дойду. А ладно, иди. Все равно попасть не сможешь. Ай, попал! Могу. Как попал? Ну вот так вот, на опережение тебя взял. Блин, зачем я на твою сторону... На, дигл как! Офигеть! Как красиво было, какой он это мощный. Это было жестко. Промах. Видишь, я уклонился, я в подкате уклонился. У тебя мощнее автомат, у тебя АК. Ну, понятное дело, у меня АК было, у тебя там... Ну, в принципе, я мог тебя убить, я просто начал косить. МАК-10, да. УЗИ. Короче. Серьезно? С одного попадания? Каким образом? Вот это, кстати, был прикольный уровень, ну ладно. О, здесь шипы вот эти. Подожди, подожди. Тебя не убило, серьезно? Что? О, загнобил этой штукой. Я тебя хотел вот этой хренью убить. Пол впечатал. Вот это прикольный уровень. Да подожди с этими прыжками. Опять у тебя оружие, да какого хрена? А ты первый упал. А как? Я ж прыгал вроде даже. Я даже на ящик приземлился. Я на ящике прыгал. Опа-на. Не дам. Прощай. Ну, что? Ну блин, а как ты это делаешь? Пропрыгал. А иди что отсюда в него, на. Офигеть. О, ну, это прикольный уровень. Тумбова. А что не уберет АК? Эй, бери АК. Я не знаю. Ну ладно. О, вот это интересный уровень. Сейчас вниз. Вниз, и я погиб. Не надо было прыгать, я туда надо чисто стоять. Да, 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 я понял. Ну там оружие было, я думаю, типа оружие сейчас возьму. Че, выиграю. Опять этот левел. Ну что, у кого первое оружие упрёт, у меня или у тебя? Одинаково.
Снова меня... Что это? Ты застрял. В смысле? Я ненавижу этот уровень. А, давай, последний левел. Давай, последний левел. Который же таки выиграет. Ой. Ладно, ребята, в принципе, это все. Такая у нас сегодня серия получилась. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ну и, в принципе, всем пока-пока-пока. Да, ребята, всем пока-пока.